Привет, друзья! Это очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. Известная своими творениями тюнинг-ателье Мэнсери представила комплект доработок для кроссовера Bentley Bentayga, который включает в себя установку аэродинамического обвеса, перепрошивку двигателя и новый интерьер. Кроссовер после вмешательства Мэнсери оказался намного быстрее. Под капотом автомобиля установлен 6-литровый дубль V12 с двойным турбонаддувом, который перепрошили, а вместе с этим заменили турбины и выхлопную систему. Благодаря этому ребятам удалось увеличить мощность двигателя с заводских 635 сил и 900 ньютон-метров момента до значительных показателей в 900 лошадиных сил и 1250 ньютон-метров крутящего момента. При этом максимальная скорость увеличилась до 323 км в час, а разгон с места до 100 равен 3,5 секундам. Кроме технических доработок, автомобиль укомплектован широкофюзеляжным обвесом, который включает в себя новый передний бампер со встроенным сплиттером и светодиодными огнями, новые боковые зеркала, новый капот с 4 вентиляционными отверстиями, расширители колесных арок и порогов, спойлер на крышке багажника и новый задний бампер со встроенным диффузором. Дополняют обвес 23-дюймовые черные глянцевые колесные диски типа Y5, которые выделяются белым ободом. Все элементы сделаны из углеродного волокна. Салон также получил небольшие изменения. Его полностью обтянули кожей в голубых тонах с применением карбоновых вставок на передней панели. Стоимость доработки от Мэнсери пока не оглашается. Ни один BMW X7 на сегодняшний день не имеет полноценной версии от подразделения BMW M. Но компания Manhart решила эту проблему, создав нестандартную версию кроссовера. Новинка получила название Manhart MH-X7-650. По сути, это X7-M50i, который в стандартном виде укомплектован 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого равна показателю в 530 сил и 750 ньютон-метров крутящего момента. Благодаря установке новой выхлопной системы с 4 трубами, выполненными из углеродного волокна, и перепрограммированным блоком управления двигателя, специалистам удалось повысить мощность до уровня в 650 сил и 920 ньютон-метров крутящего момента. Кроме улучшений силовых характеристик, специалистами из ателье было предусмотрено и улучшение внешнего вида автомобиля. Его оснастили 23-дюймовыми дисками, которые имеют тонкие Y-образные спицы в матово-черном цвете. А с помощью установки новых соединительных тяг удалось уменьшить дорожный просвет на 25 мм. Помимо всего выше предложенного, автомобиль обращает на себя внимание черной матовой окраской кузова, золотыми полосками, расположенными по бокам, на капоте и крышке багажника. А также был установлен новый сплиттер на переднем бампере, новый диффузор на заднем бампере и новый набор зеркал заднего вида, выполненных из углеродного волокна. Стоимость такой доработки для X7 пока не оглашается. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в Инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока!